Как дела у тебя? Как ты? Как? Парень, нормально. Без матов. В танке? А? Тихо, тихо. Кыргызстан. Є близько, в метрі за 50 від мене. Бачиш один? Береги. Так, це вже почалося. Взяв на танк! Все? Почему тебе такие большие уши? Почему тебе такие большие уши? Мамуля! Да, получил, да? Сейчас надо выставить. Фокс с вами, батя? Шахта! А ну скажи пару слив! Что? Да вот опять поймал подарок, гад. Сеперский. Еще на то осколок? Да, осколок. Прокладывали там минами, ртой еще. Крепко там все. Выкуривать. Блин. Ну расскажи, что сегодня было? Да что сегодня было? Сегодня подошли на дистанцию контакта. И вязались контакт. С той стороны пошла поддержка арты, мины, и танк там передвигался, менялся позиция, очень сложно его было засечь. И вот они прорабатывали методично, там буквально метр за метром, метр за метром. Сейчас вернусь на исходные позиции, перегруппируемся, двинемся. Як настрой взагалі? Да, отличный настрой, отличный. Сейчас перевяжемся. Соберем группу, проверим снова снарягу, оружие, пополним боекомплект и двинем туда. Отличный настрой. Все парни хотят туда. Поскорее уже этот блокпост взять. Он уже как заноза в заднице. А первый взят? Да, первый мы еще вчера отработали. Первый еще вчера отработали. Тяжелая война идет. Есть раненые, к сожалению, даже убитые. Однако я уверен, что это... Наоборот, нам только должно придавать силы, чтобы мы еще сильнее стремились к победе, поскольку это наша победа, Украина. Она уже не забирает.